Так, ребят, всем привет. Значит, едем на отработку. Заключили мы контракт с предприятием. Вот. Раз в квартал у них обрабатывать, приезжать. 1800 квадратных метров жилой площади, где-то 1700 и 100 квадратов, ну, даже, может, 150. Офисное помещение, столовая, вот такое вот, короче. А основная площадь — это вагончики, бытовки, где проживают рабочие. Там бытовка 3 на 6, и в ней проживают 4 человека. Обеденный зал большой, офисное помещение, комната М12, ну, нормально. Так что вот так, сейчас поедем обрабатывать, уже едем. И будем работать, смотреть, как оно все вот это вот. Все, начало сезона, как говорится, пошло. Все, до встречи с места событий. Так, ну что мы имеем? Вот такие вот помещения. Вот такие вот. Сейчас смотрю. Вот что-то хреново подготовился. Как вот это мы будем переворачивать? Матрасы вот это все оставили. Вот это плохая подготовка. Вот вот такие вот помещения. Помощник будет переворачивать матрасы. Вот такие вот. Значит, смотри, я буду брызгать. Мы пробрызгали. Ты матрас вот этот перевернул, я его пробрызгал. Каждый. Вот это все на пол. Потом, когда будем делать, все на пол. Я сказал, вот это вот ничего не должно быть. Ладно. Вот. Я просто не знаю, вот смотри, я же вот, ну, объяснял, вот, блин. Ну вот, смотри, все оставили. Постельное. Вот это вот, нам надо будет вот это все брать. С одной стороны мы обработали, перевернули, с другой обработали. Потому что вот так все это, ну, фигня. Да. Вот это вот постельное, я сказал, убрать, ну, куда-то, потому что мы это все переворачивать будем. Короче, вот такой вот первый, второй этаж, и там еще первый. Вот это вот все. Погнали. Так, ну что, второй этаж обработали. Сейчас вот первый остался. Вот столько у нас комнат. Наверное, комнат 20. Нет, 30. Вот, сейчас идем обрабатывать. Вот у меня помощник пошел. Ну так, конечно, подготовились не очень, но будем по максималке делать. На первый этаж ушло 40 литров отравы. 40 литров разведенной. И сейчас вот тут тоже 40. Короче, будем делать. Ну все. Ребят, посмотрим, что оно как. Ну что, потравили мы объект. Сейчас зайдем, покажу, как все там спустя 5 минут стало. Ну, 5-10 минут где-то вот так
Давайте зайдем, посмотрим сейчас. Напомню то, что делали комбинированную обработку холодным и горячим туманом. Зайдем на кухню, потому что комнаты все закрыли. Где тут кухня? Не вижу. Непонятно. Тут спортзал. А, ну вот кухня у них. Вот, сейчас включим освещение, подождите. Так, ну вот кухня лучше стала после. Не было вообще ничего. Вот после обработки, вот они. Вот он бежит, но это тоже уже не жилец. Вот. Вот они все. Вот они. Вот. То есть. Вот, вот. Куча. Сейчас на второй этаж поднимемся. Тут. Тут, тут. Везде валяются. Сейчас поднимемся на второй этаж. А, вот. Это в комнате. Вот. Такая вот комната, и вот они, вот один бежит, но ему тоже хана. Вот они тут все суетятся, щелкают. Так, а где кухня? А, вот кухня. Заход на кухню. Вот они. Щелкают прям. О, о. Ну, короче, много их. Вот. На первом этаже больше, здесь меньше. Вот так вот.